Наша компания занимается деревянным домостроением. Мы находимся на выставке «Красивые дома». В этом году мы решили сделать немножко другой стенд, совместить наши технологии строительные с интерьером, чтобы люди могли уже себе не только понять габариты дома, но и представить его, как он будет выглядеть уже вместе с мебелью. Во-первых, главная была идея – это создать настоящий дом, чтобы было ощущение, как будто бы отсюда ушел человек, только отошел, и мы здесь появились. Хотелось передать атмосферу отдыха, уюта, вечера, тепла, домашнего такого, настоящего. Внутри стенда попытались организаторы сделать такую домашнюю атмосферу. Поэтому взгляд к этому стенду прилип, и вот мы сюда попали. Вот элемент вот здесь есть полностью деревянный. Здесь сразу чувствуется тепло, энергетика дерева идет. Очень грамотно преподносят то, что компания предлагает на строительстве. Компания в основном занимается клееным брусом. Это лучшее, что может быть на сегодняшний день, современный материал. В принципе, все территории, где есть земля, можно построить фундамент. Мы ведем строительство наших прекрасных домов. Строительство у нас идет круглогодично, но лучше всего строится зимой, так как брус более чистый получается. Клиент говорит, что там оказалось дешевле, то есть по предложению, чем у нас. Обычно мы сравниваем предложение и указываем клиенту, почему именно там дешевле и чего именно в том предложении не хватает и что есть у нас. Потому что потом, когда выяснится, что на стройку он выйдет не в этом месяце, как это возможно, а через полгода, а деньги он уже заплатит. Потом, когда выяснится, что он деньги заплатит, и комплект этот не весь, а потом ему придется покупать еще, и выясняется, что мы его просто защищаем от вот таких вот финансовых потерь. Самое ценное для меня во взаимодействии с этой компанией было то, что мне не дали сделать глупые ошибки. То есть мне объяснили, почему вот это не нужно, почему это потом неправильно скажется. В какой-то момент даже нужно, наверное, довериться. То есть вот людям, которые, в общем-то, профессионалы. А здесь работают профессионалы. Наша компания может предложить большой спектр услуг от проектирования, дизайна, строительства. Вы можете выбрать любой. И мы вам подскажем, поможем, построим дом вашей мечты. Эта компания работает на рынке давно. Мы в прошлом году были на выставке, видели здесь тоже этот стенд. Вот. И обратили внимание, что они постоянно совершенствуются. Если какие-то еще более безумные идеи, то мы никогда не отказываемся. Любую идею можем воплотить. Причем доработать и технически воплотить так, чтобы это было и удобно, и комфортно. Мы учитываем все потребности как в внутреннем интерьере, да, дизайне, что он планировал изначально, так и внешнем, потому что мы пытаемся еще и вписать именно в участок. С помощью компании «Стройхаус» нам сделали хороший проект. Учли все нюансы, которые, все мои пожелания. И довольно-таки быстро, 2 недели. Не продавали нам все сразу, а вот именно по нашему проекту, что вот вам будет лучше так, вам будет лучше так. Хорошо подошли, правильно, и как к своему дому. Запас прочности у клееного бруса считается 200 лет. Это дом надолго, это дом на 2-3 поколения. Нас строил экстрасенс. Вот, и он постоянно приходил на участок с лозой, которая проверяет там положительную энергию, построил себе дом, заряжается от этого дома, рисует картину и прекрасно себя чувствует. Приглашаем всех наших потенциальных клиентов к нам в офис. У нас вам будет очень уютно. Мы вникнем во все ваши пожелания, спроектируем вам дом вашей мечты, быстро, качественно его построим. Ждем вас у нас. Мы всегда рады нашим клиентам и стараемся для наших клиентов сделать все максимально хорошо, чтобы потом люди, живущие в этом доме, получали от этого удовольствие. Мне кажется, это главное. Можно проводить встречи на Новой Риге в нашем основном офисе. Можно встречаться в центре, в районе Чистых прудов. В каком месте выберете, там мы вас и встретим. Там кофе мы напоим.